Всем привет! Сегодня у нас 30 июня. Вот первый раз решил выбраться в этом году в лес. Вроде говорят, должны пойти маслята. В общем, посмотреть грибы. Сегодня у нас не рыбалка, а грибалка. Так что, если вы смотрите это видео, значит, я что-то нашел. Линичка попадается. Это очень хорошо. Вкуснятина. Вон что-то вижу. Что-то вижу, друзья. Вот он. Кто это? Масленок. Свеженький, но уже покушенный червячками. Первый гриб есть. Вот такой вот молоденький сосновый лесок. Как раз самое место, где должны расти маслята. Вот здесь вот сейчас и будем проводить поиск этих вкусненьких грибочков. А вот, наверное, еще масленок попался. Ага. Ой, смотрите. Смотрите, какой хорошенький, чистенький. А вот еще, по-моему, махонький торчит. Ага. Ох, вот таких бы ведерочка насобирать. Вот, друзья, вот они. Еще один. Тоже прям свежачок. Красотища. Иду вот по такой вот искусственной лесополосе, потому что маслята как раз вот такие вот места почему-то и любят. Именно нигде старый лес, а свежепосаженные деревья. Вон, друзья, вдалеке. Смотрите, какой растет. Вот, так что вообще не зря приехал. Вон еще вижу. Вот он, красавчик. А вот еще, смотрите, друзья. Прям рядом три штучки. Красотища. Так что в Сибири уже поперли первые грибы. А именно маслята. Вот смотрите, как спрятался он. Вот они, красавчики. Так. Этот червивый. Но не полностью. Этот вообще полностью скушали. Здесь вот вообще два растет вместе. Тоже червивые. Этот нет. Этот тоже пойдет. Вот еще. Ну, этот старенький, наверное. Ага. Крошим его. Собираем дальше. Вон, вижу, еще растет красавчик. Вот там. А рядом еще два маленьких. Вот так вот. Чистенький. Смотрите, какая красота. Тем бы еще расти дорасти. Ну, тут сейчас выходные впереди, им не дадут вырасти. Вышел я вот из этой лесопосадочки, а тут смотрите, такие вот лопухи попадаются. Так что пройду я сейчас вдоль вот этой вот дорожки и попробую посмотреть здесь. На самом деле, друзья, у нас это вообще первый слой грибов. В Сибири до этого вообще никаких не было, там на той неделе только-только вроде как коровники пошли, а так вообще сушь да гладь. У нас пошли дожди, грозы, так что я, можно сказать, первооткрыватель. Не был уверен, что вообще что-то сегодня найду, но мне вчера друзья позвонили, сказали, что вроде как маслята пошли, поэтому я и поехал. Посмотрите, друзья, какая тут красота в лесу.
хожу, отдыхаю. Вот честно скажу, первый раз в этом году заехал, а сегодня уже 30 июня. Бывали мы только на рыбалке, то есть на берегу, а лес — это совсем другой вид отдыха. Хожу, смотрю грибочки, кайфую. Вышел я из лесопосадки, хочу посмотреть в большом лесу. Вот, в принципе, не зря вышел, тут тоже маслята попадаются. Вот смотрите, какая красота, чистенький, милое дело. Все, друзья, набродился я, в общем, по лесу. Сколько я? Ну, часа, наверное, полтора хожу. Насобирал, ну, на одну жарешку всего лишь. Так что все равно отдохнул классно. Все отлично. Буду собираться домой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И до новых видео.